Итак, начинаем здесь уборочку. И здесь везде уборочку. Сейчас будем мыть. У нас мытье палубы сейчас задача номер один. Сейчас все здесь соберем, уберем. Вот у нас уже бутылочки готовы и поехали. Слоев для уборки. Первое мы мочим, потом шампунь, потом кислота, потом дегризер, потом тик брайтнер. Ого! Ого! Я говорю ого! Так, ну что, начинаем продолжать мытье лодки. Так, у нас есть stain remover. Это специальная штука для тика. Ой, тут это навсегда. Ну. Банку покажи, раз уже говоришь. Так, и с вот этой вот штукой мы сейчас идем на нос. Мы с носа начинаем ряд. Нет, куда? Давай, наверное, начнем с кокпита. Ну, тогда нам же все равно куда начинать. Правильно? Чуть. Просто мочим тик. Так хорошо, чтобы он был так хорошо мокрый. Потом берем швабру с вот этим вот нашим гелем. И поехали. Такой еле-еле пенится. У нас есть щетка с ручкой. Мы ее вот так мочим. И поехали. И вот так вот всю лодку. Вот видите, сколько грязи от нее идет? Это та грязь, которая вымывается, собственно, из тика. Уголок. Ну что, прошло каких-то 3 или 4 часа. Да, ну ладно. Ну а сколько мы его нанесли сюда? У нас тик — это уже последний слой. Мы нанесли, так, вот, тик брайтнер. Теперь очень важная задача. Мы сейчас будем брать гидрохлорик эсид. Ну, Дина, давай, гидрохлорик, это что? Соляная. Серная. Короче, две версии. Ну, мы знаем просто, как оно по-английски и как оно работает. Я тебе говорила 10 раз, чтобы ты запомнил. А ты запомнил? А мне оно нахрен. Вот, видите, вот так оно все и происходит. Короче, лей кислоту, я не буду. Я боюсь. Она. Кислота там. Вода. И нужно лить кислоту в воду. И при этом не дышать, потому что идут пары. Давай, знаешь, что сделаем? Стой. Давай я вот тебе поставлю сюда. Тут лучше вентиляция. Еще, еще, вот все, стоп. Вот так вот. О, порочки пошли, да? Да. Не вдыхай вот. Да. Молодец. Ну и все, запихиваю его обратно в борт. Просто я не могу, это очень опасно. Нет, у нас просто у Дины есть перчатки, от этого очень много всего зависит. Задача просто взять и вот этой вот кислотой намылить борта. Максимально сколько достанем снизу, то есть сверху, потому что потом буду максимально снизу. В общем, кислотой борта уже помыты. И вот сейчас Дина занимается тем, что смывает эту кислоту с бортов. Диночка, Диночка, улыбнись.
Ой, а? Красивый. Вот несмотря на количество геморроя с тиком, это же настолько офигенно. Вот вы стоите босиком и чувствуете вот это вот дерево, которое такое ровное, мягкое, классное. И оно передает настроение. И сразу хочется на нем и сесть, может быть, открыть бутылочку вина. Эй-эй-эй, не брызгайся. И здесь посидеть с бокальчиком, с красивым видом, ну не на драй-доке, конечно, а где-нибудь в бухте. И вот за это я обожаю тик, вот за вот это вот ощущение. Финальные штрихи. Ну, это еще не финальные. Ну, только это... номер раз. Ну, ничего. За один раз. Что мы сделали? Мы сделали шампунь, кислота, тик-клинер, тик-брайтнер, отмыли все поверхности и отмыли кислотой внешние борта. И у нас вот так прошел день. Сегодняшний день. Да, но это причем нон-стоп, должен заметить. С перерывом на перекус. И все. Ну получилось же круто. Ну, посмотри какой. Ну да, тапки только твои мешают. Ну тапки это такое дело. Хорошо. Вот, там, где плохо, мы еще отмоем, в своем случае картина нарисовалась. Ну, смотри, вот этот вот цвет, который я люблю. Да, вот такой тик я люблю. Серый, вот этот седой, мне не нравится. А вот это мое любимое. Вот он такой красивый. Борта здесь еще немножечко не досохли. Ну вот, например, здесь. Наконец-то лодка выглядит так, как я это люблю. Крутяк. Что, на сегодня, наверное, уже дел хватит. И сейчас Дина пошла на пляж, а я ее сейчас там и найду. Потому что я немножко тут занялся своими делами. Ну, в общем, пляжик. Пока идем через Бот-Ярд. На самом деле, то, где находится Бот-Ярд, это такое место, оно не самое рейтинговое, потому что оно находится немножечко на отшибе, но реально очень классное место. То есть мне очень понравилось. Мы вынулись. Реально круто. Пляжик. Тут Дина ракушки собирает. Вот там мы и стояли. Это было сложно. Выйти на пляж и смотреть, где ты находишься. Это, наверное, отель или что-то непонятное. Или, наверное, апартаменты. Ну, тоже такое, половина всего разломанного. О, какие волны красивые. Прямо пытаются настичь. О, закат такой. Хава! Мимо! В этом доме, да? Здесь вот такое заброшенное. Этот хорош, но тоже разломан.
Еще один дом такой разбитый. В нем живут люди. Еще один домик. Но здесь уже никто не живет. То есть это все после Ирмы разрушено. Здесь есть, короче, такая тема. Вот эти вот все дома, они здесь строить запрещено. Потому что вообще по закону не более, не ближе 80 метров к воде должно быть строение. Иначе это является самозахватом. Так вот эти вот все дома являются самозахватом по европейскому законодательству. Поэтому здесь у них постоянный конфликт. И он, этот конфликт нерешенный. И им не разрешают эти дома восстанавливать, потому что они не имеют права собственности. Дина тут важными делами занимается. О, у нас 15 минут до заката. Но у нас здесь уже солнце село, потому что мы за горкой. И вот там вот наверху замок, это там, где мы были, я уже показывал вам. Ну и там вдалеке это Ангила. Этот дом, может быть, я сейчас зайду и посмотрю, что там. Ого. Здесь все конкретно разрушено. Я думаю, вот здесь оно все вот как было, так и осталось. Тут ничего уже не держится. Вот так вот здесь вот это, наверное, как встретило ураганом, так тут все и развалило. Ну, видно, кондиционер висит. Это был, наверное, какой-то нормальный дом. Красиво отсюда. Вид классный. Здесь, наверное, были столики, и у них было барбекю. А здесь кусты, в которых живут комары. Да, печальное зрелище. Какой разрушенный. Прямо ужас. Наш китайский магазин Джон Гуадьен. А что нужно? Багет? Вам багет. Угу. Ле багет. Ну и постираться можем, у нас вода есть, электричество есть. Да. О, я еще хочу какой-нибудь. А что на нашей байвоне не нашла? Ну бери вот такой. Нам нужен комаров убивать. Вот бери байгон. Там об этот байгон лютый. Байгон? Ага. Бери, будем убивать комаров. Устроим массакр. Вон, смотри, chicken breast. В пакете. Давай возьмем chicken breast. 3,75. Дешевая. Можно я куплю? А почему они? 2,45. Да, да, нормально. Почем соки? $1.75. Или евро? Или евро. А у них, кстати, тут один к одному, так что... Coconut water. Priceless. 3,40. Нет, coconut water не берем, нафиг она нужна. Там есть такая, в консервах, если хочешь сделать том-ям. Нет. Вставай. У меня тут важные дела. Утренний кофе. Тебя ждет краска, между прочим, на $1000. Ты что, пропустишь тот момент, как бы покрасить? Ты же художница. Нет, я не пропущу, я тебе помогу, я спасу ситуацию. Нет, не так, не так. Давай сделаем так, чтобы я в этом не участвовал. Ну что, друзья, идем в магазин тратить большие деньги и покупать антиобрастайку и все, что с ней связано.
что здесь у меня полезного? Что нам нужно? Нам нужны масочки, очки. Так. И теперь вот этот антифолинг, который мы будем наносить на нашу лодку. Это вот он в таких вот упаковках. Вот он. 214 Амеркот. То есть нам нужно его 3 галлона. Ну, сказали, во всяком случае, что нам этого хватит. Естественно, вот всякие штуки такие, которые нам сейчас подберут. Маскин тейп, баночки для смешивания. Так, всякие тинеры. Но самое главное, что нам нужно? Нам нужна краска вот такая вот. Для того, чтобы мы могли полосу, вот у нас есть полоса из пленки, ее надо ободрать и сделать вот такую вот штуку. И, собственно, все. Больше нам ничего не надо. Итак, нам сейчас все подбирают, и все, я это покупаю, и мы несем на лодку. Вот оно все наше. Ну что ж, давайте разбирать, что у нас здесь. Так-с. Вот это антиобрастайка. Вот она, антифолинг black. То есть это черного цвета антиобрастайка. Без эпоксидки мы ее будем сегодня наносить. Вот эти вот две банки, это праймер. Я буду, вот он, 385. Это праймер, который мы сейчас будем покрывать вот это вот дно пятнистое, чтобы оно было все красивое и серенькое, и однотонное. Ну, банки, чтобы смешивать. Ну, а здесь вот эта вот краска, которая для того, чтобы заменить вот эту полосочку. Вот она, видите, я ее попробовал уже снимать. Нормально снимается, сейчас будем продолжать. Ну и все, что нужно. Вот там перчатки, баночки, скляночки. Фух. Короче, вот это вот все $1050 американских. Делается следующим образом. Просто сейчас вот начинаем прогревать. Нужно ее просто подорвать с самого-самого-самого края. Теперь берем шпатель и аккуратненько снимаем. Ай. Подогреем. Короче, вот так вот это по чуть-чуть прогревая, так вот ее и снимаем. Ну что, всего каких-то минут 40 работы, и вот что у нас получилось. Вот эта вот полосочка, она снята. Ну что, Диночка, прямо с оружием. Так, вот бенито осталось, но я не знаю, что с ним делать. Здесь видно, вот это все мы потом восстановим красочкой. Ну что, на другую сторону. А здесь еще полосочка есть. Давай. Сейчас. Слой, который остался, вот его здесь еще видно, он такой блестит. Вот
кстати, этот слой тот, который был, как, так как выглядела лодка раньше. Вот такая вся лодка была блестящая, блин. Mm-hmm. Так как обидно. Mm-hmm. Короче, сейчас у нас задача. Мы берем просто мочалочку. У меня вот есть такое ведерко с бензином. Вот так вот его чуть-чуть тык-тык. А перчатки? Сейчас одену. Я просто покажу. И там... Ты уже на меня попал бензином. Это тот, что печет? Нет, бензин не печет. Все. А потом мы его... Вот, смотри, как он очищает. Хорошо, видишь? Да. А потом мы вот эту вот всю штуку пройдемся синером. Это типа ацетона такая штука. Вот. И будет у нас вообще все готово для поклейки masking tape. Я не знаю, как это будет. Маскировочного скотча? Строительная лента. Ну, да. Короче, если знаете, вот напишите в комментах.